Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические и художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Это имя несет в себе энергию коммуникабельности и сильную харизму, а также оптимистический настрой. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеет способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Владельцы этого имени не способны мыслить негативно, а их радость и энтузиазм заразительно действуют на окружающих. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Альтруизм этого имени и возвышенные благородные идеалы приносят владельцу имени всеобщую симпатию и признание, а иногда даже почет и славу. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.